За последние 3 недели в Чувашии утонули 16 человек. Спасатели предупреждают: нельзя купаться в необорудованных местах и непроверенных водоемах. Нельзя подходить к воде в состоянии алкогольного опьянения. Нельзя оставлять детей у воды без присмотра. Сегодня председатель Госкомитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров специально приехал к нам в студию, чтобы напомнить и о приемах спасения на воде. Если видим, кто-то просит о помощи, или видим, что человек тонет, здесь буквально секунда на размышление. Нет ли поблизости каких-то подсобных средств для спасения? Веревка, тот же круг, возможно, лодка. Или какие-то другие. Да, ветка или что-то. Посмотрел, нет ничего. Тогда уже, подплывая к нему, надо сделать так, чтобы подплыть к нему сзади. Потому что инстинкт самосохранения, человек начинает хватать спасающего своего, спасателя. Соответственно, может быть такой захват, что сложно будет потом выпутаться обоим. Поэтому первое, это если есть возможность поднырнуть под него, схватить его за ноги, за бедро, за волосы, если есть, или одежда. Соответственно, потом уже вместе с ним, повернув его спиной к себе, чтобы он спиной оказался, а не лицом, уже выбираться на берег.